Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Посмотрите, вот это 2000 евро. Я их купил на бирже и совершенно спокойно вывел их в качестве наличных. Если хотите увидеть, как я это сделал, поставьте, пожалуйста, прямо сейчас лайк. Если вы еще не подписались на мой канал, то подпишитесь. Ну и если кто-то сомневается, что это возможно, поделитесь, пожалуйста, этим видео. Итак, как я это сделал на бирже? Ну, на бирже есть валютный рынок, мы туда заводим деньги и, соответственно, можем купить или продать валюту. Давайте сейчас покажу, как это делается. Вот прямо сейчас идут торги на бирже. Вот живой экран, вы видите. Это USD Tomorrow, валютный рынок. Прямо сейчас можно купить доллары по 66 ровно рублей за доллар. Это исполнение Tomorrow. Ну, давайте евро, если кому интересует евро. Вот сейчас вы видите курс евро с расчетами Tomorrow, завтра 4-часовой. Вот сегодня вот курс евро поднялся немножко до сих пор. Ну, то есть сегодня можно было купить евро по 74 рубля 48 копеек за евро. Как это делается? Да очень просто. Вот берем просто, вот ставим здесь заявку на покупку и покупаем по 74,59, количество 1000 штук. Если я поставлю 2 лота, то будет 2. Я это сделал здесь, на бирже. После этого я зашел в личный кабинет «Открытие брокер». Я в «Открытие брокер», вы знаете. Вот, пишу «Вывести на банковский счет». Выбираю счет, мой счет. Портфель, ну, пусть будет просто, на валютном рынке сейчас нет, вот, пусть будет здесь, попробуем, может быть, здесь есть что-то. Да, здесь есть, доступно для вывода, ну, в частности, доллары, например, да, вот. Вот, смотрите, беру, ставлю заявку на вывод, так, сумма к выводу, ну, ставим 2000. Вот, и, соответственно, ну, сейчас она пишет комиссия, почему? Потому что у меня есть прибыль, она берет налог на прибыль, вот, я для начала вывожу в рублях сумму, чтобы, чтобы в валюте не платить просто налог на прибыль, вот, а потом я пишу, значит, вывод и пишу, да, вывести. Куда вывести? На USD аккаунт. У меня он стоит по умолчанию. Что это за аккаунт? Это аккаунт, если у меня брокер открытия, то и счет должен быть в банке открытия. Это валютный счет, ну, в данном случае в долларах. У меня был в евро. В евро у меня тоже есть счет. Почему это важно? Потому что перевод из брокера в банк должен идти внутри одного банка. Тогда это будет не SWIFT-перевод, а перевод внутрибанковский, и тогда он идет без комиссии. 0 рублей 0 копеек. Вот, комиссия за вывод брокер берет 0,15% от суммы вывода, от суммы денег, которые выводятся. Если это рубли, то 10 рублей фиксирован, не зависит от суммы, в валюте 0,15% от суммы валюты. Все. Сейчас вот, я думаю, что сейчас вы видите то, что мне пришло на телефон. Сначала пришло сообщение, подпишите, пожалуйста, код для подписания. Ну, это стандартная процедура. Я подписываю заявку на вывод, которую вы только что видели в личном кабинете. Вы видите, что эта заявка подписана в 11 часов 12 минут. Теперь следующее сообщение, которое мне пришло, в 11 часов 21 минута, то есть буквально через 10 минут, счет такой-то, портфель такой-то, заявка на вывод 2000 евро исполнена. Что это значит? Это значит, что деньги от брокера ушли. Ну, то есть можно совершенно спокойно после этого сразу прийти в банк. Кто-то говорил, что через 14 дней, кто-то говорил, что там надо только 14 дней подождать и так далее. Ничего подобного.
Я пришел вот буквально вчера и снял эти деньги. В полном объеме. 2000 евро вывел, 2000 евро снял. Вы их видите визуально. Здесь 2000 евро. Я не буду считать это долго. Вот. Буквально в тот же день можно снять деньги, когда купили. Вы видите, что это делается легко и просто. Как это делать, я рассказываю на своем курсе «Биржа для чайников». Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. Ну и поделитесь этим видео со своими знакомыми, которым это может быть интересно. А на сегодня все. С вами был Демидков Юрий. До встречи.